А теперь, пожалуйста, посмотрите, какой смартфон находится у вас в руках или лежит где-то рядышком на диване. Если это iPhone, то я вас поздравляю, правда, в кавычках. Теперь вспомните, почему вы его покупали. Почем вы его покупали? Наверняка было очень дорого. А надо было покупать сейчас, ну или даже еще немного подождать. Телефоны Apple подешевели. Согласно исследованию, которое появилось сегодня, iPhone 6s потерял в цене 17 тысяч рублей. Если в прошлом году на старте продаж телефон с 16 гигабайтами памяти стоил 57 тысяч, то сейчас тот же самый смартфон можно купить за 40 тысяч рублей. А уже через несколько часов цена может опуститься еще больше, еще ниже. И вот почему. До презентации новых моделей остается чуть больше суток. Начнется она завтра в 8 вечера по Москве, меньше суток. Apple покажет несколько вариантов 7-го айфона и новые часы. Назначаю вам встречу в эфире Лайфа завтра в 8, и вместе узнаем все подробности.